Ребят, всем привет! Это новости тяжелоатлетики. Тренируясь в спортивном зале, вы 100% слушаете музыку. И я думаю, вам будет интересно узнать, как она действует на ваш организм и в целом на качество вашей тренировки. Как влияет темп музыки? Какая музыка и для какого вида тренинга лучше использовать? Обо всем этом вы сможете узнать на YouTube-канале BodyLike. Это совместный проект нескольких людей, в том числе и Сергея Миронова. В данном случае он в этом видео выступает ведущим. Само видео небольшое, называется «Музыка для тренировок. Как повысить эффективность тренировки при помощи музыки». Давайте послушаем начало ролика. Если занятия в зале перестали приносить вам удовольствие и вы не можете улучшить свои показатели, возможно, дело в музыке. Да-да, вот такой неожиданный вывод. Ведь музыка поднимает нам настроение, мотивирует на новые рекорды в силе, скорости и выносливости. Главное правильно ее подобрать. И об этом в нашем видео. Всем тем, кто не высыпается или спит очень много, у него есть свободное время, будет интересно посмотреть видео YouTube канала Evolution Yeti. Видео называется «Сколько нужно спать спортсмену? Правильный сон». Время видео 14 минут. А из этого ролика вы узнаете, сколько минимум нужно спать спортсмену, какое количество времени для сна будет самым оптимальным и какие негативные явления будут при чрезмерном сне, либо его нехватке. Всем привет, с вами Йети, и в данном видео я постараюсь ответить на вопрос оптимальной продолжительности сна для спортсмена и какие от этого следует ждать бонусы в плане гормональных реакций и всего остального. На самом деле хотел бы начать с того, что я изучил много исследований, связанных с этой темой, с продолжительностью сна, с качеством сна и так далее. Многие из них я привел в описании, вы можете их сейчас прямо перепроверить. Советую прислушаться к этому каналу, потому что ранее забыл, как зовут по имени этого человека. На этом канале он просто давал информацию, но в комментариях поступили такие вот нелестные отзывы в плане «кто ты такой, ты не, сам по себе как спортсмен никто, откуда ты все это знаешь и так вот можешь доносить до обычных людей, до YouTube-пространства» информацию. И он стал размещать и в своих роликах вставлять ссылочки из научных статей, и в конце своих видео приводить ссылки на все те статьи, с которыми он работал в процессе подготовки видео. Поэтому... И снова возвращаемся к YouTube каналу BodyLike. Это, как мы видим из надписи, Александр Байков, один из основателей этого канала. Все мы, тренируясь, так или иначе знаем или читаем информацию, например, про гормоны роста, тестостероны, восстановление и так далее. Знаем, что наши тренировки влияют, качество наших тренировок влияет в том числе и от работы щитовидной железы, но мы ее никак не касаемся. Это видео, как и все видео этого канала, непродолжительное, всего 5 минут. Но оно объемное, рассказывающее не только о строении щитовидной железы, но и о том влиянии, которое оказывает оно на спортсмена, либо наоборот, спортивные тренировки на щитовидную железу. И здесь же рассматриваются препараты, которые, препараты и, по-моему, даже дозы, к сожалению, довольно-таки давно смотрел, и дозы, дозировки, которые необходимо принимать. Видео называется «Функции щитовидной железы и влияние щитовидки на результаты в спорте». В этом видео я расскажу, что такое щитовидная железа, какие у нее функции, какие гормоны она вырабатывает и почему ее показатели так важны для прогресса в спорте и в целом для нашего здоровья. Ну а также расскажу такую важную штуку, как интерпретировать анализы крови на гормоны щитовидной железы. И опять же, по случайному совпадению, предлагаю посмотреть видео YouTube канала Evolution Yeti. Оно называется «Идеальное тело для здоровья. Как продлить жизнь». Здесь рассматривается влияние, как влияет ваша масса тела
на качество и продолжительность вашей жизни и какое оно будет максимальным, если вы, например, в нормальном таком телосложении, либо слишком, грубо говоря, толстый, либо очень худой. И по предлагаемому подсчету индекса массы тела приводятся научные данные, которые показывают, какой индекс массы тела будет считаться нормальным для максимальной продолжительности и качества жизни, а какие будут отдалять вас все больше и больше в сторону отрицательного. И в данном видео я постараюсь ответить на вопрос идеальной композиции тела для максимальной продолжительности жизни, то есть для здоровья. Наверняка вы уже слышали о том, что при ожирении долго не живут, что анорексички живут еще меньше, а профессиональные спортсмены с нереально большой мышечной массой чаще всего тоже не доживают до пенсии. Так вот, хотел бы в данном видеообзоре ссылаться на исследования, на крупные систематические обзоры, как минимум, которые я нашел по данному вопросу, где оценивалась как раз вероятность смерти по независящим обстоятельствам, таким как ДТП, заболевание сердца и все-все прочее. То есть обширная статистика, при которой сравнивались лишь композиции тела, то есть количество мышц, количество жира, индекс массы тела и вероятность умереть, грубо говоря. То есть какое число, при каком проценте жира, при каком количестве мышц все-таки умерло за определенные годы. Так вот, а теперь скажите, кто кушает бананы? Либо перед тренировкой, либо после, либо использует их в качестве такого серьезного приема пищи, который они считают сопоставимым с таким средним приемом пищи. И канал «Веселая наука» Александр Мирошников очень подробно рассказывает о том, надо ли есть или не, все-таки нет смысла так фанатично относиться к бананам, и смысл их использования немножко приукрашен. Я специально остановился на той части видео, где показано, каких веществ на 100 грамм продукта, где мы видим, что на 100 грамм всего лишь 1 грамм протеина, а воды 74. Но не спешите впадать в уныние и считать, что вы занимались ерундой, употребляя бананы и думая, что они очень питательные и так далее. Все-таки это не просто так. 40 миллиграмм железа, 30 миллиграмм магния, меди, мы видим витамина С, ниацин. На самом деле витаминов не так много в бананах, но они есть. Ну а сейчас хотелось бы поговорить о видео-новостях членов сборной России. Например, Александр Краснов, если помните, я вам в одном из новостей говорил, что он на своем канале стал размещать такие видео-отчеты по подготовке к Кубку России в 2020 году. Но, к сожалению, начал-то он хорошо, вот размещал свои образцы тренировочных планов, сами видео тренировок, но почему-то по каким-то причинам он перестал размещать видео, к сожалению. Как я понимаю, сейчас находится в Питере, если кто-то, ребят, с ним как-то пересекается, если это связано просто с его занятостью, попросите, пусть хотя бы, если он раньше часто это делал, пусть хотя бы раз в две, в три недели хотя бы видео размещает, потому что интересно. Может быть, он думает, что у него мало подписчиков, к сожалению, сейчас на канале 91, но думаю, что за счет вот моих новостей и размещений на форуме «Мир тяжелой атлетики», может быть, у нее и подписчиков увеличится, и все-таки нам интересно наблюдать за его подготовкой, тем более, что он является чемпионом России. И тогда остается практически единственный YouTube-канал, который освещает спортивную деятельность сборной. Это канал «Яркин и Яркин». Последнее видео, которое он разместил, тренировка сборной РФ. Пожалуйста, отрывок. Видео 5 минут. Еще одна попытка, горая 165. В первой попытке чуть-чуть поплыл, говорит. Ой, на грудь вообще прекрасно взял. Я думаю,
Я думаю, из груди будет такой же. Да, приятно, красиво смотреться такими подъемами. Опять канал «Веселая наука». Видео называется «Раскрытие табу. Высокобелковая диета и здоровье почек», где Александр Мирошников рассказывает о влиянии белка на здоровье почек и какое именно количество белка будет критическим, а какое нормальным. На этот раз я включу не начало видео, где он произносит вступление, а немножко окончание, оно будет более интересным. И, соответственно, мы видим менее 1 грамма на килограмм белка в день. И как только мы будем повышать эту дозировку, то почки у нас будут страдать. И, соответственно, страдать наше здоровье. Получается интересная картина. Для того, чтобы нарастить мышцы, повысить силу, похудеть, при похудении сохранить мышечную массу и так далее и тому подобное, продавцы мяса и протеина говорят нам: все больше потребляйте белка, больше, больше и больше. Но мы видим, ни одной РКИ, ни метаанализы не подтверждают это. И эти новости закончу с информацией с сайта Федерации тяжелой атлетики России о дисквалификации нашего спортсмена Ращупкина Константина сроком на 4 года. Начало отстранения отсчитывается с июля 2019 года. Пункт нарушения 2.5, если вы в курсе. Если вы в курсе, что это за пункт, о чем он гласит, ну, я, например, не знаю. Единственное, по имеющимся от меня данным, я знаю, что это не за прием запрещенных препаратов. И хочу обратить ваше внимание по-прежнему, что до сих пор нет информации по тем спортсменам или одному спортсмену, которые ездили у нас на турнир Гран-при в Перу. Мы до сих пор об этом не знаем. Кто входил в состав сборной, не знаем этих спортсменов, не понимаю, какой жизнью живет федерация, какой-то с закрытостью, закрылись скорлупой и никому ничего не сообщают, не рассказывают. Сейчас проходит соревнование, турнир Курынова, тоже никакой нет информации, хотя всероссийские соревнования, заходим в календарь, смотрим. Вот, пожалуйста, всероссийское соревнование памяти Курынова, город Зеленодольск. Если они здесь есть в календаре, то это официальные соревнования федерации. И, естественно, они должны быть освещены. А почему нет такой информации, непонятно. Почему? А отсюда, если нет гласности, если мы не знаем наших спортсменов, чемпионов, призеров, откуда будет идти развитие спорта, откуда будет идти мотивационная составляющая, мы не будем знать наших кумиров для подрастающего поколения. А потом жалуемся, что наш спорт, о нем никто не знает, не говорит, что никто не занимается популяризацией. А начинать прежде всего надо себя с той организации, которая является ядром нашего вида спорта, это Федерация тяжелой атлетики России. На этом это вся информация. Всего хорошего, до новых встреч.